4 марта – День белорусской милиции. Профессиональный праздник всех тех, кто стоит на страже закона и правопорядка, кто оберегает покой и безопасность граждан нашей страны. Официальные мероприятия с участием гарнизона отдела внутренних дел, где чествовали пинских правоохранителей, состоялись на главной площади города. Для граждан человек в милицейской форме является собой закон, власть, справедливость. Заслужить доверие и удержать его на должном уровне сотрудники органов внутренних дел могут только ответственным отношением к делу, вниманием и отзывчивостью к проблемам каждого, а главное – грамотной и профессиональной работой. Торжественные мероприятия, посвященные 104-летию белорусской милиции, начались на площади имени Ленина. На страже законности и правопорядка в Пинске стоят сотни сотрудников органов внутренних дел. Патрульно-постовые службы, уголовный розыск, отделы охраны правопорядка и другие подразделения работают с единой целью – обеспечить общественную безопасность и неприкосновенность людей. Их работа ежедневно связана с риском для жизни, с готовностью в любую минуту исполнить свой долг, проявить мужество и отвагу. В торжественной обстановке под аплодисменты горожан многие правоохранители Пинского гарнизона получили очередные звания, заслуженные награды, благодарственные письма. Среди награжденных – ветераны органов внутренних дел, отдавшие служению людям значительную часть жизни. Сегодня мне очень приятно, что именно я избрал вот такую линию, и я горжусь этим. Я откровенно скажу, что надо быть всегда человеком, именно потому что к нам обращаются те люди, которые хотят помощи. И если быть тут черствым каким-то, этого не получится. Поэтому, особенно когда уходишь на заслуженный отдых, и тебя встречают люди, и благодарят за то, что в свое время оказал большую помощь в их жизни или в целом, где касается работы милиции. Во все времена правоохранителям важно не только обеспечивать общественную безопасность, но и держать высокий авторитет у населения. Каждому поколению пришлось пережить какие-то определенные моменты в жизни. Люди, которые прошли фронты Великой Отечественной войны, партизанили, потом, которые в послевоенное время боролись с бандитизмом на территории нашей республики. Мое поколение участвовало, прошло Афганистан, мы участвовали в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, боролись с преступностью в лихие 90-е годы. Но вот и нынешнему поколению пришлось в прошлом году доказать свою преданность Родине, верность присяге и отчизне. Они с честью и смелостью исполнили свой долг, и за что мы, наверное, наши пинчане благодарны. И сегодня на наших улицах тихо, спокойно. Мы в нормальной обстановке живем и работаем. С площади колонны милиционеров торжественным маршем прошли в городской дом культуры. Правоохранителей приветствовали благодарные горожане за их ответственную работу и сохранение законности и правопорядка в Пинске. Милиция – это прежде всего люди, конкретные сотрудники, от профессионализма которых зависит защита прав и законных интересов наших граждан. Для меня служба милиции – это, во-первых, очень престижно. Давно об этом мечтал. И в данной сфере именно участкового инспектора. Считаю, что это самая лучшая сфера. Как бы общение с людьми. Ну, нравится мне все. В городском доме культуры состоялся праздничный концерт, на котором в адрес пинских правоохранителей много благодарственных слов сказали представители городского и районного исполнительных комитетов, профсоюзной организации, депутатского корпуса. В этот день лучшие из лучших сотрудников городского и районного отделов внутренних дел получили заслуженные награды, грамоты, благодарности за их сложную, ответственную и такую нужную людям и государству работу. На торжественном собрании гости праздника не раз подчеркнули, что безопасность города Пинска и Пинского района находится в надежном руках.